Повертаємося в студію. Я тепер маю сказати, що це інформатор Луганщини, така рубрика, яка з'явилася в нашому ефірі. Я її не бачив, чесно скажу, і формату особливо не знаю. Розпитував колег, як ми виходимо в ефір. Біля мене є Артем Шевченко, ведучий цієї рубрики. Та, я буду лише допомагати і у разі чого ставити, можливо, дурні питання, можливо, не дуже, тому що найперше питання, яке ж я бачив, що до Луганська рухається не лише конвой, так званий гуманітарний конвой, що вже смішно звучить само по собі, а і російські, чеченські солдати. Ну, дело в том, что чеченцы и осетины, они давно есть в Луганской и в Донецкой области. То есть они воюют на стороне террористов. Ну, тобто вот. Зараз вони рухаються в бік Луганська. Ну, подкрепление из России приходит постоянно. Такой конкретной информации, что там есть какая-то дивизия чеченцев, у нас нет. Але в бік Луганська, чого я запитую, тому що на всіх картах зони АТО тобто виходить, що Луганськ, він тут довкола оточений українськими військами. Ну, з однієї сторони, це дійсно так, а по іншій інформації, якщо в нього заходить колона машин, ну, танків російських, то значить не повністю. Гуманітарний конвой. Ні, ну діє в тому, що буквально на днях туди в Луганськ зайшла іменно воєнна техніка російська. Ага. Вона розділилась на дві частини, і от вчора на ефірі ми об цьому говорили. Одна частина колони пішла на север міста, вторая на юг. 60 танків в одній частині колони – це не так мало. Значить, вона просто інформація о том, штабу того, що Луганськ взят під контроль і окружен, просто не відповідає дійсності. Так, ну тепер про сьогоднішні події. Сьогодні, ну, относительно тихо, скажімо так, Луганська область провела ночь. Обстрелы были в Красном Луче и в Станице. В Луганске стреляли только ночью и утром, днем было относительно тихо. Сейчас в Станице стоит установки «Град», они активно обстреливали саму Станицу. Нет, в Луганске. Просто карту треба одразу Это неверная карта, не совсем, но это АТО в целом. А если мы откроем на карту области, Станица Луганская, севернее Луганска. Я відкрию, продовжую. Да, в Луганске именно на окраине, где улица Возрождения, есть гипермаркет «Эпицентр». Именно из этого района обстреливается Станица Луганская из градов. З Луганська? Да, конечно. Конечно, ніби це такі очевидні речі. Простите, я просто больше, наверное, знаю Луганск. Ніби ми живемо в такій ситуації, ми вже ж давно так. То есть вот этот факт, что идет обстрел из Луганска, говорит как раз о том, что Луганск не контролируется. Погані новини у нас сьогодні, дивлюся, з Луганськом да. Пов'язані все. Луганськ, зараз я Луганськ. Щоб глядачам одразу пояснювати, бо я, наприклад, не соромлюся сказати, що ніколи в Луганську не був, і для мене ці всі назви – порожній звук, тому треба уявляти карту. Да? Станиця Луганська, вона от. Да. От Станиця Луганська і сам Луганськ. Це буквально кілька десятків кілометрів від міста. Десятків? Ну, где-то порядка 15 кілометрів. Да. Станиця, вона розбросана, там дуже багато поселків, які входять в її територію, в Станично-Луганський район. Обстрілювали звідки, так? Да. Даже гради, де стояли. Да, улиця Возрождения, але не така велика. Чуть-чуть правее. Правее. Вот приблизительно в этом квадрате. Вот тут? На краї города, да. Даже дальше. Так. Челентана піцерія. Напевно, вже не працює. Также є відео останніх обстрілів Луганська, ми можемо посмотреть, якщо відео там возможно. Запускають звідти. Там. Володя, відео давайте нам. Володя. Яке? Ну, відеофоном це 133. От оце, так? Да, це одне з останніх відео розрушення міста Луганська. А це яка частина міста, от якщо? Зараз мені складно сказати, це квартали, можливо, восточні квартали, як правило, там більше всього обстріл іде. Є подобні дома. У нас просто інформації поступає від жителів, де є, ну, де спокійно, де обстріли. И в данном случае это может быть сложно сейчас так сказать по этой картинке. Там не очень большое видео. А це знімає відео Грехом Філіпс, так? Да, конечно. Там просто нет других представителей СМИ, кроме как российских или пророссийских. Ну, Грехом Філіпс – це такий кадр, який працював на Russia Today, потім став їхнім волонтером, чи ким він там, стрінгером, і тепер постачає ось це відео.
Давайте поговорим о том конвое, который сегодня зашел в Луганск. Потому что очень много было споров о том, какой у него маршрут. Ведь без разрешения с украинской стороны российские грузовики с гуманитаркой повідомляли, та, що, зашли. Ну, не було догляду митного. Митний догляд був митний догляд тільки з російського боку. Да. І зайшло скільки автомобілів сьогодні? Ну, по различной информации, от 34... 145 у нас было. Да, встречается информация, что более 90. Так а сколько их реально? Точно никто не знает. Есть просто доказательства и фото, и видео самих местных жителей, которые снимают это, что машины вот вошли в город. И что далее? Что из машин повытягали? А дальше мы можем сказать, несмотря на заявление главы службы безопасности Украины о том, что эти колонны не будут подвергаться обстрелу, вот, хотя они незаконно пересекли границы Украины, есть информация от разведки, от источника в вооруженных силах Украины, что в этих машинах перевозят оружие. Эта информация достоверная. Так и в этих машинах везут зброю? Просто завезли оружие, и бойцы различных батальонов выражают, мягко говоря, сомнения и гнев, даже если так. Потому что никто не помешал этим колоннам с оружием прийти в город. Теперь будет очень сложно город взять. То есть это означает, что могут погибнуть еще больше наших солдат. Звідки джерела про те, що... Да, на случай я не могу розкрити істочник. Ні, ну надійні я маю на увазі. Да, конечно, давай да. Всі джерела розкажи, тепер ми розкажемо. Это разведка вооруженных сил України, будемо говорити так. Угу. Зрозуміло. Антон, не відходь від місця, тому що я тут відео вже розганяю командами, розумієш? Це ненормально. Так, і по цьому конвою... А хто, є, ну, в принципі, якщо розвідка, це зрозуміло, а відео немає, так? Тобто там місцеві жителі... Нет, а місцеві мешканці, скільки їх в Луганську лишилося взагалі, ну, за оцінками різними? Очень сложно сказать, разные оценки. Дело в том, что мы неоднократно показывали видео, ну здесь я имею в виду в студии, вы демонстрировали наше видео из различных других источников, о том, что город днем пустой. На самом деле это не совсем так. На восточных кварталах собираются люди, когда ну, там, подвоз воды какой-то, нужно набрать воду. То есть так вот заметно, там по 200, по 150 человек собирается. Сколько сейчас в городе человек, точно сказать невозможно. Многие люди доходят до того, что практически не выходят из подвалов, из обстрелов. Очень много людей, конечно, выехало из города. Кто-то в России, кто-то... А есть зараз можливість выехать из них? Сейчас нет. Сейчас из Луганской выехать нельзя, потому что боевики не выпускают прежде всего мужчин. Даже если вы заезжаете в город по каким-то причинам, назад уже... пути нет. Как используют этих молодых или немолодых ребят, это уже неизвестно. Возможно, ставят свои ряды под различными предлогами, в том числе и угрозами. Возможно, заставляют работать на укрепление огневых позиций. А до какого момента можно было выехать из места? Последние недели, если даже не две, это уже представляло сложностью. Многие... Два остальные недели, просто месяц тому мав розмову, або, ну, трошки, может, меньше, ніж месяц, розмову с теми, кто поїхав з Луганська. І на їхнє питання, що нам робити, сказав, вам треба їхати звідти. Ну, тобто це було очевидно вже тоді. Многі люди остаються і держаться за своє імущество. Многим просто нікуди їхати. Ми ж бачимо, що майно його розстрілюють просто. Луганськ уничтожает, уничтожается инфраструктура полностью. Так, то есть стоит такая цель – нанести большой экономический удар по Донбасу. Там я дивився програму. Что касается выезда из города, да. Было одно направление – именно вот по Станично-Луганскому району можно было выехать, это было село Малиновое. Вот там был всего один блокпост ополченцев, но там песчаный грунт, в общем, его перекопали. И теперь там практически не могут пройти легковые автомобили. И часть людей, да, пыталась и даже успешно выезжала по гуманитарному коридору в Металлист, в счастье, в Металлист, но этот коридор постоянно обстреливался. Ну, були про це новини, я бачу. Да. Ну, определенное количество человек выехало. Можно уточнить, у нас есть сайт Луганской областной администрации, там информация обновляется. По крайней мере, Ирина Верегина постоянно отчитывается о том, сколько людей выехало. Так, і тут фотографії, дивлюсь, гуманітарний конвой в Луганську. Це ваша, та, інформатор да, конвой, LG? Конвой пройшов через границу, потім прослідував через село Николаївка. Это Станично-Луганский район, через Краснодон, и, в общем, зашел в Луганск. Ну, это видео сегодня показывали уже, дивлюся, и еще одна версия.
Карта Луганська, мне что? Мы можем показать, вот, допустим, уменьшить карту, найти там, ночью прыли тоже обстрелы, Красный Луч, это районный центр. Я вот не дуже орієнтуюся, но, в принципе, Миколаївка вот, да? Через яку? Миколаївка, да, через которую прошла техника, там, вот Станично-Луганский район там. Да. Западнее от Луганска, если брать вот Красный Луч. Я звик вот так вот на цю карту дивитися. Хорошо, давайте так. Да. Так. Де Красный Луч? Де. А вот. Да. Так тут идут бои. Да. Там идут очень серьезные бои. Город не могут взять пока что на данный момент силы АТО. Город находится в осаде. Там, как и во многих других городах, где, можно сказать, да, оккупировали их боевики, процветает спекуляция. Как правило, там нет света и воды, различные разрушения. Можно сказать, привести конкретные данные. Булка хлеба сейчас в Красном Луче стоит 6 гривен. Рулон туалетной бумаги, извините за такие подробности, стоит 5 гривен, а пачка масла 20. Это при условии того, что не работает практически инфраструктура в таких городах, то есть госучреждения закрыты и нет возможности, там банкоматы даже не работают, потому что не завозятся деньги. То есть люди остались без средств существования, из Красного Луча выехать тоже нельзя. Угу. По крайней мере, мужской половине населения это точно. Я дивився программу на Радио Свобода, брали участь Сергей Иванов и керівник Луганской областной телерадиокомпании, как его? Бывший, в смысле, Дінов, Мирошник. А? Кто именно? Мирошников. И Мирошников сказал, что это украинская армия целеспрямованно руйнує Луганск. Ну давайте вспомним, кто такой Мирошник. Мирошник был в свое время пресс-секретарем Януковича. Я не думаю, что такой человек может говорить правду. Ну, а... Мало того, были, не знаю, было заведено уголовное дело по факту хищений, в общем, должностных преступлений. Как его звать, нагадайте? Теж не дуже пам'ятаєте. Да, ну неважно, этот персонаж не особенно достоин какого-то внимания. Щоб люди знали героя в лицо. Лицо у него достаточно крупное, между прочим. Я знаю, я сьогодні дивився зараз. Родион, вот, Родион Мирошник. Это человек Ефремова. Ага. Так, дивимося. Да, вот наш герой. Да, він казав, що от він керував Луганською обласною державною телерадіокомпанією. Ну, давайте вспомним 2004-2005 год. Он находился, в принципе, в такой же позиции, в такой же должности. И вот как раз тогда крутились ролики о том, когда сравнивали, допустим, помните, может быть, те события, фашисты. Да. То хронику показывали, привязку делали там к Майдану и ко всему остальному. Ну, цей персонаж, одним словом, стверджує, что это украинская армия целеспрямовано руйнує Луганск. Именно таким людям формируется мнение среди местного населения. Цікаво, что ця людина формувала цю, ну, взагалі, громадську думку. Ведь посмотрите, сейчас, если брать те районы или какие-то города, которые находятся ближе к границе с Россией, могу пример, допустим, назвать, это Суходольск, Краснодон, или особенно, допустим, Станица, где, ну, все-таки есть корни казачества, да, Донского и так далее. Ведь в этих районах люди действительно убеждены, что их обстреливает Национальная гвардия. Это бывает по разным причинам. Дело не только в агитации. Возьмем Станицу и Станично-Луганский район. Боевики заезжают, не знаю, во двор какой-то дома, в любой огород, ставят минометный расчет, проводят определенную серию залпов и выезжают. И так вот они курсируют по различным населенным пунктам. В свою очередь, рано или поздно идет ответный удар. Но только там, на этих позициях, уже нет. Иногда такие снаряды, наверное, попадают и по каким-то, ну, возможно, жилым домам. Ну, ты кажешь, что гуманитарный конвой пустили, не перешкодили. А что треба было делать? Дело в том, что этот конвой нельзя было атаковать. Ведь, с одной стороны, если подтвердился бы факт, что там действительно перевозится оружие, а с другой стороны, если бы его атаковали, это было бы как бы атака гуманитарной миссии. Это был бы повод к войне. Ні, можно было заблокировать рух, якщо за великим рахунком, перекрыть дорогу, по якій їхав. Ну, в принципе, да. Кто за это отвечает, как вы думаете? Ну, не я. Да. Вот, и не я. Да. Ну, просто я думаю, что люди, которые компетентны были принимать такие решения, просто
знали, какая ситуация, как она будет развиваться, они не приняли этих решений. Так, по версии, я ж цей блок не верстав, мы завершили, чи ні? Я бы хотел еще... рахунком, бо я не можу зрозуміти. Я бы хотел еще вот сказать о бойцах батальонов. У нас с ними есть хорошая связь постоянная. Угу. Вот они нам, ну, мы им передаем некоторую информацию, делимся с ними, они делятся с нами. То есть в основном это, конечно, местные жители, но иногда все-таки связь с батальонами больше дает... лучше, скажем так, понимается картинка, где какие боевые действия происходят и какие разрушения. И эти бойцы очень сильно обеспокоены ситуацией, как я уже сказал, потому что скопление такой военной силы, которую завезли, вы видели какие-то, да, длинные фуры, и их количество, сколько там может быть оружия. То есть если брать тот контингент сил АТО, который находится сейчас под Луганском, в том числе я имею в виду это Лутугина, даже десантников в аэропорту, это 80-я аэромобильная бригада, недостаточно теперь будет сил для того, чтобы как минимум удержать действующие позиции, если не будет подкрепления. То есть будет отдан приказ этим людям, и, возможно, это будет последний приказ в их жизни. То есть они будут держать оборону последней, ну, любой ценой, в каком-то смысле. Ну, подивимося, это одна из информаций, которая есть. И поскольку мы заговорили о гуманитарной миссии, о гуманитарных колоннах, давайте вспомним еще украинскую гуманитарную помощь, которая направлена была в Луганскую область. Существует на данный момент уже ряд прецедентов. Возможно, это только слухи, пока что информация не подтверждена. В Волчевске, в Стаханове, в село есть Михайлюки, это Новоайдарский район. В общем, люди жалуются на то, что эту гуманитарную помощь им не только не раздают, а просто перепродают. То есть она завозится в магазины, и люди ее покупают. О таких фактах мы говорили недавно с Ириной Верегиной, это исполняющая обязанности председателя Луганской областной администрации. Она сказала следующее, что администрация не имеет отношения к гуманитарной помощи напрямую, что все это, этим занимается в большей степени Красный Крест, и поэтому у нас возникла проблема на информаторе LGV. И мы решили просто провести служебное, ну, журналистское расследование, в том числе и узнать, почему так происходит. То есть на самом деле доходит ли эта помощь? Я имею в виду, нет ли фактов там коррупции. И предлагаю в дальнейшем, когда у нас будет следующая встреча, побеседовать на эту тему. Ну, это завтра будет, очевидно, да. Або там послезавтра днями, так, да, коли у нас щодня виходит? Я думаю, бо це без мене. Це жителям Луганской области, по крайней мере, тех освобожденных, Лисичанске и Северодонецке, это будет интересно. Ну, в принципе, как и всей Украине, да, все-таки куда же девается... Я кажу, если у них будет возможность подивитися, насправді, потому что для этого потрібно... В освобожденных городах есть электричество, водоснабжение там налажено. Ну, интернет, главное, чтобы в громадстве, это же интернет-канал. Ну, интернет тоже есть, конечно, если есть электричество. Ну, дай Боже, потому что Мацука, когда повернулся, а нет, он еще не повернулся, писал мне в Фейсбуке, что, каже, количество тех людей, которые дивиться, ну, то есть громадская там, то есть она велика достаточно. И это добре, в принципе, мы работаем для тех людей, то тоже информуем, намагаємося перевіряти всю інформацію максимально, насправді. Тому що, я ж кажу, ця інформація, що завезли зброю, це одна з інформацій. Для чого вони туди поїхали, мені мало зрозуміло. Ну, тобто, якщо брати весь обсяг відомої інформації, то були новини, що вони виїхали звідти назад в Росію двома колонами. Нет, была другая информация, что эти колонны не смогли пройти через какой-то населенный пункт, там стали возражать или местные жители, перекрывать дорогу, и поэтому пришлось изменить немножко маршрут. А, так? Но в целом, я вот не чув, але я кажу, что была информация, что они назад в Россию повернулись, пара колонн, там по кілька десятків машин. Возможно, возможно так, возможно это правда. Но тут питання, что они возят туди-сюди? Ну, будем говорить так, в большей степени сам Луганск находится под контролем террористов, Краснодон и Зварина, как контрольно-пропускной. Кто там главный теперь в цей ЛНР? Я же черт ногу взломаю. Ну, Болотов вроде бы как ушел в отставку, да? Ну, вроде бы как, да. Вроде бы как, ну, но на самом деле я думаю, что как и дергали в Кремле за ниточки, так и продолжают дергать. Так а кто там теперь объект? Заместитель. Вы такие избиения. Заместитель, который в свое время в Луганске... Я не помню сейчас точных деталей. Занимался отжимом ценностей. В общем, бандит в прошлом, будем говорить так. Зрозуміло. Тоді деталі вже в наступному випуску, я так розумію. Да, Артем Шевченко нам повідомив про новини сьогодні в Луганську. Ми в цій студії чекаємо на наступного гостя. Він вже в студії, але поміняємо тут
діючих персонажів. Дмитро Кулеба, посол особливих доручень Міністерства закордонних справ України, прокоментує з точки зору зовнішньополітичного відомства те, що відбувалося сьогодні протягом дня. Йдеться про, звісно, в першу чергу, так званий гуманітарний конвой, який Росія в Україну відправила, не дочекавшись, в принципі, погодження з українською стороною і Червоним Хрестом.